Я забрала их. Кто забрал? Вы камеру смотрите? Расслабься, веди себя естественно. Почему вы спасаете людей? Тут у каждого свои причины. Если вы идете в лес, нет смысла одевать одежду яркого цвета. Обязательно надо защитить мобильный. Самое нелюбимое, что есть в нашей работе, это когда мы работаем с трупами. Я понимаю, что спасать уже некого. Независимо от того, сколько людей пропало, если нашли одного живого, то надо его сразу медикам передать. Потом уже за остальными возвращаться. Найденная полностью обнаженная пожилая женщина находится в шоковом состоянии. Стоп, у нее судороги, держи голову. Зря вы меня с собой взяли. Давно дело было. Софья Рыжая мужа своего удавила. Люди к железным прутам ноги ей переломали. И в тени черные утопили. Стал слух ходить, что покойница на сломанных ногах по ночам бродит. Прием! Нечисть болотная, нечисть подколодная. От синего тумана, от черного дурмана. Где гнилой голос, где седой волос. Не выпустит вдова из леса никого. Где красная тряпица, торчон потрясается. Спасите нас, пожалуйста! Не той тропой пойду в церковные врата. Помяну нечистую силу за упокой.